из меня жвичи не будет. Будет. Ну ладно. Запускай нахуй эту хуйню, блядь. Всем здорова, ребзя! Вы, наверное, думаете, что мы делаем в FIFA? Ответ прост. Мы решили сыграть в лагерь FIFA 15. Именно в 15-й FIFA. Не в 16-й, не в 17-й, ну и не дай бог, не в 17-й. Мы решили просто взять и поностальгировать, каково было в то время кефиру, акулу и так остальным прочим кефирам сыграть в лагер. И сегодня мы проверим, каково это быть акулом. А каково быть Германом. Именно. Сегодня мы играем вот такими вот составами. Реал Мадрид против Зенита. Зенит я, и я тебя просто возьму и российским членам пошлю обратно в свою Испанию. Видишь, там мальчик, он тебе не делает сегодня. Боже, ты видишь этого пацана, у него красная повязка. Капитан, наверное. А, ты еще и начинаешь, значит, ты решил так со мной. Ну ладно, погнали, я не против. Сразу скажу, мы не профессионалы. И фифу играть не умеем. Так. Аршавин. Вот теперь сейчас начнется самое интересное. Ну, закончится. Началось, продолжилось. Оп, думаю. Андрюша, если ты меня слышишь, пожалуйста, начни играть хорошо. Вернись в сборную России, покажи, что сборная России еще что-то, но умеет. Она, конечно, сейчас что-то умеет, но... Я не сказал. Во время Аршавина... Было близко. Почему Аршавин? Это как раз Аршавин. Почему, я же говорю, почему именно Аршавин сейчас вытворяет именно такой бред? Это не Аршавин бил. Но... Ничего страшного, Зенит как обычно. Он прицелится! Это сейф. Он прицелится и забьет. Не думайте, что так все плохо. Оп. Оп. Вернись куда-нибудь. И отстань от меня. Нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но это было жестко. Но я бы так не сказал, что это жестко. Но за что желтая карточка? Объясните мне. Ну, не угорай, а. Так. Это не гол, я вас умоляю. Какой гол? Ой. Что тихо? Да не будет гола от Белла, я тебя умоляю. У нас на воротах Ладыгин. Сам Ладыгин Ладыгинович. Что? О, видал Ладыгин. Удар был хороший. Может быть, в российской премьер-лиге он бы и пропустил такой мяч, но против Реал Мадрида он просто, ну, не обязан такие мячи пропускать. Так это мой мяч. Это видишь, Аршавин подбегает. Это Аршавин. Блядь, бей, сука! Не бомби раньше. Мы еще не забили за Аршавина. Вот забьем за... Я переборщил. Вот это сейв. Кстати, да, сейвоны. Я, кстати, узнал такой факт, что этот... Аршавин полупокер. Потом поставишь звук смеха, как будто это смешно. Это нихуя не смешно. Хорошо, давай пробьем за тебя. Значит, сейчас начнется эпичненькая музычка, которая это. Я сейчас забью гол. Смотрите, я отвечаю. На пацана, я сейчас забиваю гол. Вот смотрите, сейчас песенка начинается, и я такой. Блять! Это было хорошечно. Это было ошибочно. Ой, а кому я долбал? Смольников. Оп. Лежать бояться. Ты слышишь? Там, я не знаю, там я в руку сломал, наверное. Оп. А что за перехват? Аршавин! Аршавин, Андрюша, Андрюшечка, Андрюшидзе, Андрюшидзе, Андрюшидзе! Андрей, мать его, Аршавин. Я обещал первый гол от него, я обещал. Роналдо сосет хер. Ты в ее футболке, в его футболке. Никто не видит. Только я увижу. Так, спокойно. 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 Твою мать, я сказал спокойно. Блять, что за пас? Короче. Охал. Что мы делаем? Ля, ля, сразу. Еще первый тайм не закончился, уже что-то делаем. Что ж ты делаешь? Возвращаемся вот так. Ну хорошо. Это тактика победителей. Подурина Аршавина. Аршавин. Красавчик. Ой, какой пассет. Ой, какой обвод. Ой, какой удар. Андрюша, сиди спокойно.
это ассист. Но все-таки, какой красивый ассист. А я повторяю, что Зенит... Можно пропускать, я повторюсь. Ладно. У нас время, деньги. У нас не время, деньги, у нас время экзамен. Повторяет. Может, твой Аршавин не спит, но Касильяс никогда не спит. А вот теперь Фазулин. Брам-пам-брам-бам-брам-б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 ам
Ля! Пенальти! Это должно быть пенальти, он держал. Карвахаль. Так, Халк. Вот Халка один удар, как бам. Хорошо. Вот Халк нихера, нихера хорошего. У него нет пока что. Ну что, он там побегал пару раз. Бля, посмотри, что творит, а? А, ну пошел на. Ну ладно. Ля-ля, гол в раздевалку, что ли? Позволен. А что такое? Я виноват? Нет. Не, подожди, я что-то не понял, а что я там сделал, серьезно? Ах ты, сука, я не туда нажал! Ай, хороший удар был. Женек Ладыгин просто на своем месте, я решил потанцевать, но... Матч первый тайм, счет 2-0, я могу спокойно уйти в защиту, но я это... статистику, пожалуйста, на базу, я хочу посмотреть. Ну ладно, мы посмотрим все равно. Да не, не надо. Проблема в том, что каким играть джойстиком он и каким я. Изи. Значит, блядь, я хотел на статистику посмотреть. Андрюша. Пэм, блядь. Ладыгин! Женек! Блять, ну не подставляй ты меня так в следующий раз, я тебя прошу. Камбэка не будет, я отвечаю, камбэка не будет. Пропускай свою залупенскую... Это блядь. Бензима, запомни эту лысую это головку. Это хуйня, блядь. Запомни эту лысую головку. Лысая головка у лысого из Brothers, а это просто фальш. А это Карвахаль. А это Апша, что-то не видит. Компьютер, ты что ли сам ударить не смог? Увидел же, что я чуть-чуть тупенький. Оп, и в касание. Привет, PandaFX! PandaFX! Сука! Да не стой! Да твою добивай! Да, еще и нет. Блять, ну Аршавин, ну что ты руками машешь? Так. Аршавин. И блин. Пиздец, это не считалось. Это дубль. Что не считалось? Это хуйня, это не считалось, это хуйня. Что не считалось? О, все. Все, Аршавин полетел, блядь. Полетел. Да я нажимаю, не трожь ты меня. И... Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ну нет. Ну да же. Ну ладно, 3-2. Это хотя бы и 3-1. Насадил. Кто игрок матча? Ну, по моим 88,5 Аршавин. То есть у меня игрок в матче это Аршавин. У тебя 7,8 Бензима. У меня Бензима. Голы, сука. Ну что ж, ребята. Такой вот видосик получился. Ну вот и все, ролик закончился. Сори, что не делал так долго роликов. Целых 3 месяца прошло с момента выхода последнего ролика. И тут я выпускаю не КС, а ФИФУ. В скором времени собираюсь запилить видоки их по контре, так что ждите и подписывайтесь на наши инстаграмы. Ссылка в описании. На этом все. Всем удачи и до новых встреч.